разъяснять. Можно я расскажу, что он хочет? Подожди, он что-то недорассказал. Он недорассказал. Вода не может не могла получиться. Воды не было еще. Сначала была вода. Воды еще не было. Я начинаю с этих времен. Еще не было воды. Сначала была вода. У нас была огненная эта самая планета. У нас не было огненной планеты. Была. У нас спутник, не спутник, а по-другому называется, Солнце и Луна. У нас два светила, которые обходят Землю кругом. По-правильному сказать не могу, но у нас не была никогда Земля, огненная она никогда не была. Она создалась, Земля наша, из молекул, которые вместе в своем вот этом в поле в небесном создались. Все. У нас, нам повезло, у нас два спутника. Солнце и Луна, а да, которые охлаждают и греют. Лен, то есть рассказывать будешь? Записываю. Могу я рассказать? Чего, как появилась Земля? Да. Я могу тебе рассказать. Начинай все. Ну, рассказывайте. Сначала появились мембранные молекулы. Мембранные, да. Налейте 50 грамм человек. Забывай слова. В воде. А где вода? А Земля-то как появилась? Она сразу была. Вода была сразу. Нифига. Где была сразу? На планете Я Земля. А как Земля появилась? Она была Земля. Да как она появилась? Так вот, я спрашиваю, начиная с тех времен, когда появилась Земля. Ты же появилась или появлялась Земля? Появлялась. Появилась вообще планета Земля. А появлялась? Появилась. Ну, появлялась. Хорошо. Как появилась, я могу сказать всю историю. Давай, как появлялась. Появилась планета, то есть Земля. Блин, я вам с самого начала... Вот, Лен. У нас два спутника. Луна и Солнце. Поэтому есть Земля. Поэтому другой планеты, в которую мы можем попасть, не Марс, не Венера, не Сатурн, не любая другая, Солнце, не является живой, тоже спутник. Потому что Солнце, да, Солнце это наш спутник. А вот ты вообще, ну ладно, азы хотя бы астрономии знаешь? Конечно, знаю. Солнце спутник? Да, Земли. Нифига. Не в понятии спутник, как ты понимаешь, который сейчас летает на орбите, а в понятии того, что Солнце, да, Солнце и Луна спутники, потому что нам жарко и холодно. Любая другая планета не испытывает таких... Пожалуйста, выкинь за это. Лен, можно мне тебе спросить о простом вообще? Простом, вот как выглядит Солнечная система? Ну что, мне нарисовать, что ли? Ну, хотя бы вот так на стаканах покажи. Ну, на стаканах не покажу, смешно. А что показывать? А я покажу. Земля, грубо там, Марс, Юпитер, там, еще что-то, они вот так выстроены. И они все крутятся, бля, вокруг вот оси, одной орбиты, бля. Да. Что там, блядь? Солнце. Ну, Солнце, ну и хорошо, блядь, пускай я назвала его спутником. Но он тоже все равно в грубом выражении вот спутником говорили, является. Ни в одной другой системе нет Солнца. Упал, и там именно только у нас. Ни в Венере, ни в Сатурне, ни в Юпитере, ни на Марсе. Солнца нет. Все планеты, которые ты назвал, стоят из камня. Входят в Солнечную систему. Но там нет Солнца. Согласен. Как это нету, если они входят в Солнечную систему? Там Солнце нету. Назад, будь поступать. Блин. А ему надо сказать, что Солнце Лиза забрала. Лёха, у тебя стул Лиза забрала. На Юпитере температура плюс 800. Он знает, что у него стул. Он встал прикурить. Потому что это все из-за Солнца. Потому что он близко расположен. Юпитер расположен дальше, чем мы от Солнца. Ну я имею в виду, там жить нельзя, блин. Там нельзя жить, да. Вот я про это имею в виду. Там жить нельзя. Ну, бля, попи. Пошли. Ну и ты хотела со мной оспорить вообще азы и астрономии, как образовалась Земля? Я сама знаю, как она образовалась. Ну как она образовалась? Из клеточных мембран. Из клеточных мембран? Да. Из клеточных мембран образовалась жизнь. А планета Земля вообще, я вот начал из азо. Ну давай, вот планета Земля, не знаю, я знаю, как образовалась жизнь.